В минувшие выходные в Южно-Сахалинске прошла выставка работ островных художников. В арт-резиденции «Маяк» свои творения представили более 30 мастеров. Так гости выставки получили шанс увидеть картины, написанные в разных техниках. Мы открыли выставку-ярмарку сахалинских художников, а также художественную выставку под названием «На высоте» из фондов Сахалинского областного художественного музея. Также на протяжении 2 дней жителям и гостям островной столицы предоставилась уникальная возможность познакомиться с художниками, пообщаться, приобрести работы, поучаствовать в мастер-классах, а также ознакомиться с выступлениями творческих коллективов нашей области. Основной частью выставки стал перформанс сахалинского художника Константина Колупаева. Под живой звук дудука на огромном холсте он за считанные минуты изобразил маяк Анива. Главной целью автора было написать картину как олицетворение Сахалина на холсте. Перед выставкой художник предложил организаторам множество вариантов идей. Выбор пал на маяк Анива неспроста. И как символ, потому что в маяке маяк, и как узнаваемый, и все-таки как... Он как символ маяк, который не дает напороться на это сам. Ну, какое-то такое волевое, что-то в нем есть, островное. Это, ну, как хороший символ. Автор не первый раз выступил в рамках мастер-класса. Сам для себя он поставил задачу предоставить возможность зрителям по-новому взглянуть на предметы искусства, а художникам передать свой опыт.